И всем привет, ребят, с вами я, MyNex. И сегодня я покажу обновленную версию моего сервера «Игра в кальмара». Сейчас, как видите, я нахожусь на спавне, так как портал «Игра в кальмара» находится тоже на спавне. Обновленная версия намного лучше старой версии и намного улучшений. Также предлагайте свои идеи для названия сервера, но связанные хоть немного с моим ником в ютубе. То есть название сервера придумываете вы. Но если я смогу придумать, и сделаю его таким, как я придумаю. Либо каким, как вы предложите. Уже 126 подписчиков. Огромнейшее спасибо за это число. Давайте добьем до 1 декабря 150 подписчиков. А кто уже подписан, огромнейшее тому спасибо. Я вам очень благодарен, отдельно вам спасибо, и вы топовые. А кто еще не подписан, скорее спускайтесь вниз под этот ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Красная кнопка подписаться должна быть серой. Также, если хотите меня поддержать донатом, то донат, ссылка в описании и закреплен комментарий видео. Ну а мы приступаем к обзору нового «Игра в кальмара». Идем вот с этого спавна к порталу «Игру в кальмара» и прыгаем туда. Тут не будут никакие команды доступны. Потому что это как отдельный сервер. Вот, видите, у меня вообще нет привилегии. Поэтому не будет. И когда мы идем, обязательно нужно посмотреть в камеру. Обязательно. А потом только идти. Идем на первую игру. У меня сейчас флай включен. Наверное. А, нет. Но я сейчас опка. Я опка, поэтому я могу писать. Вот, это камеры. Вот это пушки. Вот нужно пройти первую игру. Я буду стоять, говорить. Красный цвет, зеленый цвет. Стрим будет на ютубе. И вы должны зайти на этот стрим. И все сами будете слышать. Следующая игра — это перетягивание каната. Тут у нас по 3 команды. По каждой команде. По 8-9 человек. Если игроков будет мало, то уменьшим. Потом команды заходят сюда. И дальше идут, поднимаются по лестницам. Поднимаются по лестницам. И вот тут играют игру в канат. Вот это стойки, чтобы эта штука не упала. И я выдаю удочки. И происходит игра. То есть это как перетягивание каната. Кто первый выиграет. Есть еще одна тайная игра, которая находится вон там. Но вы ее увидите, когда зайдете на этот сервер. Когда он выйдет, тем быстрее, чем быстрее вы предложите ему название, тем быстрее он выйдет. Вот. И это предпоследняя игра. Последнюю игру я тоже не буду показывать. Это тоже секрет, который вы узнаете, когда только зайдете. Эта игра будет проходить так. В одном из этих стекол есть барьер наверху. И где есть барьер, если вы не допрыгнете, вы просто упадете вниз. И отправитесь в лобби обратно. А если нет тут барьер, то вы спокойно будете прыгать. Вот так все это будет происходить. Также забыл показать обновленное начало. Я сделал больше рядов, то есть в каждом ряду 50 кроватей. Вот тут 50 кроватей, там где-то плюс-минус 35. И видите, я сделал на 2 блока выше, как почти в фильме. И добавил вот эту штуку. Где деньги? И количество игроков якобы должно быть тут, но такого нету. И если вы случайно сюда зашли, просто портал выживания прыгаем. И мы уже в выживании. Опять прыгаем в портал «Игра в кальмара». И мы уже в «Игре в кальмара». То есть вот так все удобно. Вот, вот это вот обновленная версия «Игры в кальмара». Еще раз говорю, предлагайте название сервера, комментарии. Я обязательно прочитаю, если мне понравится. Так будет называться сервер. Вот, и также предлагать свои идеи для видео. Ну, а на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был я, MyNex. Всем удачи и всем пока.